Наконец мы поднялись к монастырю. Название этого места Парвам или Парпом. 16-й кармапа здесь провел очень много времени, получил свое образование именно в этом монастыре. И вообще этот монастырь является огромным источником по учению Кагью. Вокруг него, как мы видим, на высоте соседних гор дома, жилые дома, монастырские все заведения. А также вдалеке мы видим, возможно, это ретритный центр, видите? Большой, большое здание, также похожее на монастырь. И опять по склону холма идут домики, 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 домики. А? И вот оттуда снизу мы поднялись по узенькой тропинке во время дождя, довольно скользкой. Еще невозможно представить, как все это строилось.